Здравствуйте! Вас приветствует сеть магазинов «Ваше здоровье». Меня зовут Инна. Тема нашего видеоролика – как правильно подобрать ортопедическую обувь ребенку. Профилактику плоскостопия следует уже начинать с раннего детства. К сожалению, плоскостопие развивается незаметно и часто его обнаруживают лишь когда ребенок ходит в школу. А в этом возрасте значительно увеличивается нагрузка на ноги. Это влияет на осанку, походку и кровообращение. Только у детей до 10 лет есть возможность скорректировать развитие плоскостопия и обеспечить правильное формирование стопы. При выборе модели необходимо обратить внимание на особенности ортопедической обуви. Итак, материал должен быть натуральным, дышащим. Это кожа, замша, нубук. Подбирать обувь нужно точно по размеру. Максимальная прибавка составляет 0,5-1 см. Невысокий, широкий, устойчивый каблук. Высокий, жесткий задник, надежно фиксирующий пяточную часть стопы ребеночка. Упругий, но не чересчур жесткий супинатор, который будет поддерживать в анатомически правильном положении свод стопы. Должен быть широкий, не сдавливающий пальцы ребеночку, носок или же обувь на застежке. Не стоит покупать ортопедическую обувь без пятки или с низким задником, поскольку это может привести к неправильному формированию стопы или к вывихам. А также стоит обратить внимание на подошву. Она не должна быть скользкой. Это может привести к падениям и травмам. Не следует позволять ребенку донашивать чужую обувь. Она уже деформирована. Это может негативно повлиять на стопу вашего ребенка. Правильно выбрать и купить качественную ортопедическую обувь можно в сети магазинов «Ваше здоровье». У нас большой выбор проверенных производителей. Доверьтесь нашим специалистам. Вас ждет индивидуальный подход и качественное обслуживание.